хороводе таланта. Поздняя осень – традиционное время больших праздничных мероприятий во дворцах культуры района. В юбилейном открыли 49-й творческий сезон грандиозным концертом. Всегда у нас зритель полон зал, всегда мы ждем этот с волнением, готовимся, руководители очень ответственно относятся к этому делу. Но для того, чтобы задать тон работе всего года, мы сегодня это делаем. Художественная гимнастика, балетная студия, коллективы пения и многое другое. Участники творческих коллективов демонстрируют свои таланты во всей красе. Дарье Баскаковой всего 8 лет, из которых 4 она уже посвятила развитию своей гибкости. А почему так рано нужно приходить вот заниматься гимнастикой? Ну, чтобы сразу спина стала гибкой. А если прийти поздно, то можно уже не размять спину. Не успеть, да, развить такую гибкость? Расскажи, что ты сегодня делала, какие элементы на сцене показывала? Боковое равновесие, перевороты, колесо. Сложно было? Нет. Нарисуй, о чем мечтаешь, просто и банана. Пишешь номер чистый и смело. Дарья вышла на сцену в объединенном номере двух коллективов – студии эстетической гимнастики «Калинка» и студии «Театр песни Галактика». Мы очень сильно волновались, когда готовились к открытию. Было очень много репетиций, мы долго репетировали, и я надеюсь, что мы выступили хорошо. Сегодня во Дворце культуры «Юбилейный» занимается более 1000 человек, всего более 30 коллективов. И это не только дети или подростки. Многое направлено на обеспечение досуга старшего поколения. Творчеством здесь занимается любой от 3 до 63. В отличие от многих других ДК, здесь есть и спортивные секции. Открытие творческого сезона – это одно из главных проектов Дворца культуры, которые к нему очень готовятся. Готовится новый репертуар, готовится новое шоу, как и сделали в этом году. Ну, в принципе, как и в каждом году, наши режиссеры, наш друг, все старались сделать красивое шоу, но из новых номеров. Поэтому всех поздравляем, все молодцы, приглашаем всех во Дворец культуры. Приходите, для всех найдется дело. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, новости «Искра Вект».